Ежедневно, включая выходные дни, в Гудауте и в селах района можно наблюдать за работой спецтехники электросети. В эти дни практически завершена прокладка новой линии электропередач протяженностью более 1000 метров от головной подстанции до детского сада, сданного в эксплуатацию после капитального ремонта. С его вводом в дошкольном учреждении будут полностью исключены перебои с подачей электричества. Мы построили линию, 10-высоковольтную, 10-киловольтную линию протяженностью 1000 метров. Кабельная воздушная линия соответствующая по всем стандартам. И новые опоры, и новые провода, и это совершенно новая линия, которая будет, по которой мы будем подавать электроэнергию детсаду. Все это сделано для того, чтобы напряжение было самое качественное. Бесперебойная подача электроэнергии будет производиться по этой линии. У нас еще плюс к этому, у нас резервная линия есть, по которой они сегодня еще питаются пока. И в случае нам, когда нужно будет вывести эту линию, там какой-то ремонт, профилактика, у них напряжение будет всегда с другой, с резервной стороны. Восстановительные работы проводятся и в селах района, где устанавливаются новые трансформаторы и идет замена линии электропередачи. Мы работаем во многих селах. Мы восстановили в селе Приморском. Построили новые линии, поставили трансформаторные подстанции и трансформаторы для разгрузки существующих трансформаторов и уменьшения протяженности низковольтной для улучшения электроснабжения. Построены у нас линии 2 в Приморском, заменили трансформаторную подстанцию 2, трансформаторы установили помощнее. Ну, еще по Приморском там есть у нас проблемки. Но это тоже до начала осенне-зимнего периода мы будем делать. Да? В селе Пузурхва привезли, опоры лежат, материалы сейчас комплектуют, там мы должны линию строить. В селе Турипш должны строить, в селе Лыхна, Отхара. Вот эти все объекты мы должны завершить до начало осенне-зимнего периода. Побывали мы на головной подстанции. За короткий промежуток времени здесь проделана большая работа по оснащению и модернизации важного объекта. Начальник подстанции Алик Габуни с удовольствием показал нам новое дорогостоящее оборудование, способное контролировать подачу электроэнергии. Также здесь заменены два трансформатора на более мощные, что, как говорят специалисты, будет способствовать улучшению качества подачи электроэнергии. Трансформаторы в Гудаутском подстанции было заменено 10-тысячные, которые перегружены, и заменили на 16-тысячные. И сегодняшний данный момент в резерву 10 киловольт для детского сада была установлена ячейка для детсада вакуумным выключателем. А также было в Афоне заменено выключатели 110 киловольт трансформаторные, устаревшие. И более усовершенствованные установили ненадежные два выключателя трансформатора в Афоне. Руководители службы энергообеспечения говорят, что при поддержке унитарного предприятия «Черноморэнерго» сделают все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме. И в свою очередь обращаются к населению с просьбой вовремя погашать задолженность за потребляемую электроэнергию. В конечном итоге от этого будет зависеть, какого качества электричество будет в наших домах зимой. Энвер Ардженя, Беслан Чхенджерия, Абхазское телевидение.